Я являюсь депутатом по Западному округу, также я проживаю там. Вот, значит, утром и вечером бывает у нас сильный запах, такое зловоние. Значит, для того, чтобы определить, лично я садился в автомобиль, проезжал по городу, мониторил. И получается так, что вечером, когда приезжаешь, идет сильный запах на очистные наши, да, водоканальные, то идет оттуда источник очень сильного запаха, тот, который распространяется по городу. Поэтому лично я и инициативная группа жителей убеждены, что это идет от очистных. Значит, наше предположение, что это идет технологическое нарушение. Вот, поэтому мы ездили в Министерство природы, к заму, и направили запрос о мониторинге. Попросили их вызвать Роспотребнадзор, чтобы сделать анализы и разобраться в технологическом процессе наших очистных. Администрация что сделала? Тоже направила в прокуратуру, в областную, для выявления мониторинга. Но как бы пытаются сейчас привлечь еще различные предприятия. Значит, мы выходили и на порты, созванились и с директором КПА. Там мы ничего не обнаружили в ходе проверок. Вот. И наша группа именно убеждена, что это в очистных дело.